В рамках партийного проекта «Городская среда» в Подмосковье пройдет рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства. Оно начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Принять участие сможет любой гражданин России старше 14 лет. Одинцовские единороссы будут контролировать голосование и оказывать методическую помощь населению. Координаторами проекта в округе назначены депутаты Владимир Семин и Станислав Улитин.